Глеб Матвейчук и Елена Глазкова рассказали о совместной жизни. Артисты в прошлом году впервые стали родителями и теперь все свободное время проводят с дочерью. Глазкова называет Глеба прекрасным отцом, который обожает ребенка. При этом актер успевает сниматься в кино, выступать с концертами и работать над музыкой для собственных спектаклей. Так, создавая мюзикл «Лабиринты сна», он вдохновлялся недавним рождением Алисы и теперь мечтает, чтобы она оценила на его работу. Глазкова вспоминает, что сразу удивилась, насколько Матвейчук заботливый, когда она узнала о беременности, то именно Глеб нашел докторов и клинику, а затем изъявил желание присутствовать при родах. Когда родилась Алиса, то он взял ее и быстрее побежал фотографироваться. Так что дочь сначала увидела его, шутит Глазкова. По мнению певца, встреча с Еленой – судьба, ведь на тот момент он расстался с бывшей женой, актрисой Анастасией Макеевой, и не собирался строить новые отношения. Их знакомство с новой избранницей состоялось на кинофестивале. «Если бы я не полетел, встречи бы не было», – говорит Матвейчук. Глазковой Глеб сразу понравился, причем, по ее словам, она увидела возлюбленного уже в новом образе, с короткой стрижкой и более мужественным. «С длинными волосами он был другой, мне такое не близко», — вспоминает актриса. Их роман развивался постепенно, ведь у обоих актеров за плечами были неудачные отношения, поэтому звездам пришлось долго присматриваться друг к другу. «Могу сказать, что сейчас я более счастливый человек, чем 10 лет назад», — признался Матвейчук. Эта фраза, сказанная в эфире программы «Когда все дома», удивила поклонников музыканта, ведь 10 лет назад он начал отношения с актрисой Анастасией Макеевой, с которой был в браке. Пару называли одной из самых красивых в российском шоу-бизнесе, они вместе выходили на красные ковровые дорожки, участвовали в различных проектах и демонстрировали идиллию, но в какой-то момент их брак стал рушиться. Говоря о разводе в 2016 году, Макеева отмечала, что они с Матвейчуком стали слишком разные, у актера как раз начали появляться новые проекты, и он полностью погрузился в работу. «А мне хотелось спокойной жизни, стать мамой. Мы даже начали ходить по врачам. Это длилось 3 года, но я так и не смогла забеременеть», — вспоминает Макеева. Актриса старается говорить о бывшем муже в положительном ключе, хваля его работоспособность. Матвейчук же, судя по всему, не особо любит вспоминать о браке с актрисой, которая после расставания некоторое время интриговала поклонников загадочным избранником, а в начале года сделала неожиданное признание, что вышла замуж. В микроблоге актриса часто делится подарками и приятными сюрпризами, которые устраивает ей супруг, например, недавно он организовал ей шикарный отдых на море.